10 000 рублей и бутылка коньяка. Вот цена должностного преступления. Фрунзенский районный суд поддержал обвинение сотрудников транспортной прокуратуры в отношении начальника медицинской службы ООО «Центр Авиа». По версии следствия, врач выдала заключение о годности к работе бортовому механику, при этом даже не проверив реального состояния мужчины. Еще за 1 000 рублей медик подписала справку и для пилота воздушного судна. Теперь виновная, поступившаяся с совестью, заплатит штраф в 450 000 рублей. Также женщине запрещено заниматься деятельностью, связанной с врачебно-летной экспертизой, еще 2 года. Судебное заседание у нас длилось больше 2 месяцев, было связано с значительным объемом материалов имеющихся, свидетелей, которые находились в отдаленных регионах России, допрашивались у нас. В том числе, предподсудимая вину в инкриминированном деянии не признала. В принципе, сама она характеризуется положительно. Длительное время она работала начальником ВЛЭК «Центра Авиа». Довольно-таки являлась квалифицированным специалистом на большинство центрального федерального округа, единственная такая врачебная комиссия.